Закончили первый сет, это вот эта часть была, да, и отодвигали таз. Второй сет, это вот шея, плечи, да, у нас были, вот, входили, проработали подробно трапецию. Третий сет, вот мы подошли к голове, вот натянули ее, да, и начинаем работать с волосяной частью головы. Вот как руки стояли, так мы их распускаем теперь, когти выпускает кошечка, да, и становится как раз вот на точке акупунктурной по основанию черепа. Вот по четыре точки мы их провибрировали вот так вот. Это как раз место крепления мышц, да, вот начинается с сердцевидного отростка. Провибрировали, как на рояле играем. В эту сторону и в эту сторону, вот, не отрываясь. Пальчики не отрываются. И дальше вот там позвоночник входит в большое затылочное отверстие, БЗО. Мы туда вот запускаем руку, прям туда, где основание черепа, и одеваем как бы череп на коготь орла. Ну, любым пальцем, что нам удобнее, можно одеть, неважно. Допустим, вот этот палец одели, натянули на себя и продрожали. О, мозги включаются быстро зато, да? Потом вторая точка и третья точка. Третья точка, тут бугорок такой есть, шишечка такая. Вот это хорошо видно на черепе. Вот получается этот бугорок, а вот большое заточное отверстие, да? Вот мы первый раз сюда продавили, потом вторая точка здесь и третья точка здесь. Вот протянули их на вытяжение, то есть на декомпрессию, да? И теперь эти места мы мягко размяли. Кто-то человек без волосяного покрова большого, да, там лысый или там щетинка такая, то можно прямо вот лапу леопарда, вот эти шестеренки, размять вот так вот посерьезнее, да? Круговые спиралевидные движения, потом волнистые такие движения, да, как будто волну пускаем. Достаточно приятные такие, наверное, они, да? Вот, ну, с волосами можно как поработать, с волосяной частью, да, подергать за волосы, где можно схватиться. Мы стимулируем луковицы волосяные, туда вот кровь запускается. Потом берем вот такой прием, чук, сжали и делаем грядки вот вдоль оси позвоночника. Одна грядка, вторая грядка, вот так вот подтягиваем, третья, ну сколько получится у вас с двух сторон. Далее на спиралевидное вот такое вот сжатие. Потом вот где родничок у человека находится, да, там вот все мышцы, туда вот и кожу черепа стягиваем. Так, держим, 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 держим. Примерно минутку. Отпускаем и разглаживаем. Легонечко с вибрацией разглаживаем в стороны. Ну, если человек лысый, то может там пустить вот такую вот волну. Вот такую мы взяли, да. И вот кожа тянется, 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 вот так вот. Вот несколько проходов так можно сделать. Все делаем сверху вниз, потому что лимфатические сосуды идут вот так за ушами, и вот туда под ключицу уходят. Перед ушами они идут, вот туда под ключицу уходят. Вот все движения туда делаем. Здесь вот есть точки, снимающие головную боль. Вот, у нас есть уголок вот такой, да, волосяного покрова. Вот прям по центру вот этого квадратика получается, да? Вот, по центру этого квадратика точка. Достаточно болевая. Угу. Вот, висок получается. Да, височная кость. Вот тут точка болевая. И вот тут, где вот пошла уже вот эта линия волос, да? Вот по этой линии волос. Вот здесь точка получается. Больно? Это менее болезнь. А, наверное, не попал. Вот тут, наверное. Ну, чувствительно, да. Да, вот. Точек много, но это вот основные три точки, да, вот так они расположены. Снимают головную боль. При этом головную боль снимают точки вот тут на лбу, где уголок брови. И вот на этом уголке брови. Вот их продавливаем. Потом точки, которые снимают головную боль, вот тут вот, где вот эти мышцы как раз основные растут, да, где они крепятся. Вот здесь точку достаточно сильно прорабатываем, продавливаем их. А сколько по времени? Вот так, как вы показываете? Да, как я показываю, да, примерно по 2-3 секунды. Вот, у нас будут, я вам покажу различия точек
акупунктурных, это вот акупунктурные точки, да, на них давим примерно 1-3 секунды. Ну, может, до 5. Давили 1, 2, 3, 4, 5 примерно. Вот. Есть точки биологически активные, на них давим подольше. Например, вот так вот. Секунд где-то 10-15. А есть точки триггерные. На них будем давить секунд по 20 примерно. Держим, держим, держим. Ну, это я попозже покажу. Сейчас все вперед просто забегаю. Не будем вперед забегать. Uh-huh. Вот, поэтому берем мы вот эти все точки, да. Их тут много рядов, да, чтобы их не искать. И от виска вот так жестко, сильно, с вибрацией растягиваем, растягиваем, массируем. И вводим вот эти четыре линии вот туда, под ключицу. Тут уже не жмем. Тут, где лестничные мышцы, там еще идут артерии. Тут мягенько, мягенько работаем. Здесь жестко. Развернули руку и вот туда мягенько, мягенько, мягенько там работаем. Там вообще нежно, нежно. Даже может для нежности тыльной стороной руки. Вот так просто. Потом точки идут по основанию уха с обратной стороны. Только вот в эту ямку не давите. Там лимфоузел, да, то есть вот на там, где кость. Вот кость началась. Вот тут продавливаем эти точки с двух сторон. Доходим до места крепления уха. Теперь по самому уху у нас расположено много акупунктурных точек. Здесь как бы изображен вверх ногами зародыш человека. Вот его голова, да. Вот пошел с шеи, хребет. Вот тут уже поясница, крестец. И туда копчик заворачивается. Соответственно, вот здесь вот получаются ноги. Вот это вот руки, да, и, соответственно, органы, которые тут между рук и ног, да, почки там, да, здесь вот половые органы в основном расположены, да, здесь вот глаз расположен, здесь ухо расположено, вот раз, два, да. Вот их все можно простимулировать. То есть мы берем, сначала ухо растираем, сворачиваем его в трубочку, конвертиком заворачиваем, ну, кто как хочет, там, да, так, сяк, вот размяли. Потом по внешнему ободку проходим, так прищепляем как бы каждую точку по секунде. Раз, два, три, четыре. Ну, сколько пойдет. Потом по внутреннему ободку. Сбоку лучше снимай. Вот этому ободку теперь. Потом, где козелок уха заканчивается, вот верхняя часть, да? Тут стыкуется челюсть, тут прям рядом. Раз, два, три. Три точки. Вот их провибрировали. Это сразу двумя руками с двух сторон. И уводим лимфу теперь по щекам, через скулу, вот туда. Ухо разогрели. Ухо такими ножницами, да? Вот одна плоскость, вторая плоскость. Разогреваем. Раз, два. И туда вот все уводим вот туда. Всю лимфу вот туда. Сливаем туда вперед. Тут нежненько, нежненько по шее ведем нежно. Ну, эти точки на самом деле прям хорошо говорят. По диагонали у человека, вот была у меня девушка, у нее болело вот это место, да, вот, это район, где крестец начинается, да, крестцово-подвздошное сочленение вот это. Вот примерно где-то вот тут она находится, да, вот эту точку мы ей прижимали, и прям отвечала, когда тут болит, да, сразу болела точка у нее это. Когда эту точку мы прижигали, тут эта боль отпускала. Вот вам прямое доказательство соответствия телу человека, да, вот этого зародыша. Разогрели, все туда ушли. Назад все уводим, уводим. Теперь в обратную сторону, вот мы заканчиваем, да, все уводим туда. Кровь и лимфу спускаем вниз. По линии черепа, если так разделить, по вертикали, да, по сантиметру примерно отступаем от этой линии, и по 2 сантиметра друг от друга находится целый ряд точек. Вот. Мы, это как продолжение позвоночника. Вот такие продолжение точки есть на позвоночнике, да, и также они продолжаются на черепе. Вот мы их начинаем от макушки, продавливаем по секунде примерно. Все давления идут перпендикулярно в тело. Продавливаем. Здесь опять продавили вот эти точки. И пошли у нас дальше точки с... Ну, триггерными их назовем, да. Это вот по центру шеи, вот так вот вниз прямо давим, вертикально вниз. Все эти точки давим на вдохе. Вдох, задержка дыхания и давление. Вдох. Давим примерно от 10 до 20 секунд. И достаточно быстро отпускаем. Болезненно было? Да?
Теперь вот точка посередине. Шею давим перпендикулярно в шею. Там такая плавающая жилка есть, вот ее находим и прям по центру. На вдохе. И расслабляемся. Теперь точка посередине вот этой мышцы, да? Вот тут. Вдох. Выдох. Задержка дыхания. Точка, где вот ключица соединяется с лопаткой, акремиальным отростком. Тут есть ямка, да? Вот не прямо в ямку, да? А вот на мышцу желательно будет. Вдох. Теперь точка, где уголок лопатки вот сверху. Вот. Давим перпендикулярно лопатки вон туда. Вдох. Ну, я быстро давлю, да, так, чтобы показать. Точка вот по центру лопатки. Вот эта вот лопатка идет, да, вот где-то в центре. Вот. Ну, это, как правило, видно, трапеция идет, да, вот где она заканчивается, вот тут. Там такие бугорки, прям в них давим. Чувствительно? И там все менее чувствительные. Менее? По сравнению с другими. А, вот, по сравнению с этими, да? Угу. Теперь вот эта точка, вот, это задний пучок дельтовидных мышц. Вот круглая мышца, да, вот между ними надо попасть, вот сюда, перпендикулярно телу. Вдох. Чувствительно? Угу. Потом большая мышца, малая мышца. Круглая, вот тут вдыхаем, между ними вдох. И вот две точки прямо рядом находятся на уголке лопатки, но теперь в нашу сторону, сюда. Нажимаем вдох. И теперь такая триггерная точка, биологически активна. Это вот мы поднимаем трапецию, вот так мы приподняли, да? И вот прям под углом, где вот они стыкуются, вот мышцы, одна сюда, да? Вот прям между ними надо вот в этот уголок попасть перпендикулярно в тело человека. Вот приподняли, и вот туда, там практически первое ребро находится, да? Вот в него даем вдох. Терпи, терпи. Задержка дыхания. Расслабляйся. Выдох. Тоненький такой выдох. Чуть-чуть выдыхай, 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 выдыхай. И расслабляйся, расслабляйся. Молодец. Вот, это вообще волшебная точка. Да, да, шутки не имели. Это волшебная точка, да, когда ты их отпускаешь, то прямо расслабляется весь плечевой пояс. Почувствовал? Угу. Во, видишь, ты не хотел идти на массаж. Вот, и теперь мы декомпрессируем шею, да? Упираемся, соответственно, кулаком вот сюда. У нас получается кулак и большой палец, как пружинка, вот. Вот такой, да? Упираемся в череп, упираемся вот сюда и череп отодвигаем в стороны. Желательно упереться в косточки, вот в акромиальный отросток. Уперлись и тянем, 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 как распорки такие. Теперь распорки ставим в другую сторону. Вот в акромиальный отросток уперлись, а тут череп оттягиваем. Вот туда. И мягкими разминающими движениями заканчиваем, спуская лимфу вот сюда. Далее у нас будет сет номер 4. Это когда мы заканчиваем массаж спины. Ну, в принципе, массаж шеи и шейного воротникового зоны закончен, да? Но если мы делали со спиной, то нам нужно будет вернуться к спине и уже охлаждевшие, да, вот ее части, еще раз прогреть, еще раз декомпрессировать. Но об этом будет следующий 4-й сет. С вами был Олег Алабудвин. Он вас всему научит, если вы придете на тренинг. До новых встреч, дорогие друзья. Я вас жду. И завтра мы начнем.